Стартовала процедура по поиску фирмы для заключения договора по строительству западного моста в Твери. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок. Начальная цена лота около 13 миллиардов 400 миллионов рублей. Последний день подачи заявок 29 ноября текущего года. Непосредственно к работам подрядчик должен приступить сразу после подписания контракта, а закончить в 2024 году. Окончательно завершить сооружение как моста, так и всех подъездных дорог, развязок планируется через 4 года. Напомним, что новая переправа через Волгу в областном центре появится по соседству с нынешним железнодорожным мостом. Помимо этого планируется реконструировать виадуки на Горбатке, а также на Комсомольской площади. Добавим, что западный мост позволит разгрузить центр города, а также обеспечить комфортный проезд к медицинскому кластеру на Петербургском шоссе.